нормально. Вы скажете, ну как не поблагодарил, он же там всем писал. Нет, благодарность – это то, что нужно записать было фильм, финальный фильм с его участием, в котором он бы это сделал официально, а мы показали бы его актуальное состояние, как он тренируется и так дальше. Просто этот человек в последнем моменте, и не знаю, что у него там происходит в голове, но просто сказал, нет, у меня нет времени. И поэтому не задавайте мне больше вопросов об этом человеке. Мне очень больно говорить, я вам честно скажу, об этом человеке. Потому что кто-кто, но мы для него сделали, мы его вернули с того света. Вот честно вам всем говорю, сейчас все, что запишется и выложится в интернет, и я хочу, чтобы это выложилось в интернет, мы его стянули с той стороны, сюда. За ваши деньги, за наши деньги. Понимаете? И человек должен просто, если он уже ничего не соображает, пускай кто-то с родственников скажет, надо это сделать. А просто там ля-ля-ля-ля, тополя, там рассказывать, что-то какие-то там. То есть родственники, которые бы могли бы взять. Я лично сидел возле людей, не хочу говорить возле кого, у которого постоянно телефон щелкает, и было такое так, дзень, 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 дзень. Знаете, что такое? 200, 300, 400, 50, 10, 20 гривен. Каждую секунду щелкали деньги. А мы старались все, чтобы этот человек был в нормальном порядке. И после всего, что произошло, человек не сказал спасибо, не пройдет этот номер. Так что пускай он себе вылечивается. Я ему желаю только добра. Пускай возвращается, борется в спорте. Нет проблем. Но если он определится и скажет, что он хочет бороться у нас, наша организация, повторяю, еще никому не отказала. Даже он может у меня, он не обязан со мной здороваться, не обязан со мной обниматься, целоваться. Но спорт – это спорт. Есть спорт и есть личное. И я это разделяю. Есть организации, которые этого не разделяют. У них личное и спорт – это одно и то же самое. У нас нет.